продолжаем, и я хочу сказать, что Интерньюз Казахстан провел большое исследование по медиапотреблению, медийной информационной грамотности в Казахстане и в странах Центральной Азии. Это был очень такой объемный документ. Сегодня мы попросили Гульнара Санбаева, регионального консультанта по медиаграмотности Интерньюз в Казахстане, презентовать результаты. Но мы не брали все страны Центральной Азии, мы берем только Казахстан. Нам интересно, что у нас происходит по медиапотреблению, медиаграмотности. Поэтому я хочу с удовольствием предоставить слово Гульнара Санбаева. Пожалуйста. Спасибо большое. Я не буду останавливаться подробно на выборке, демографических характеристиках. Это займет слишком много времени. Поверьте, все характеристики выборки соответствуют характеристикам генеральной совокупности. Если хотите, потом отвечу на вопросы. То есть там квоты по возрасту и проценты, соответствующие цвету возраста. Медиапотребление. Посмотрите, значит, устройства, с которых получают информацию наши респонденты, они характеризуют те изменения, которые происходят. Вы видите везде рост, и телевизор как устройство к нашему всеобщему, удовольствию, он значительно снизил процент по сравнению с исследованиями 2019 года. И поэтому нужно это учесть тем, кто говорит о телевидении как о ведущем источнике информации. Но по этому поводу мы еще поговорим. Источники информации. Вы видите, на первом месте все-таки это социальные сети. На втором месте это интернет-сайты, телевидение на третьем месте. И если вы посмотрите на сравнение, здесь были люди, которые говорили, что инвестиции будут в печать. Я думаю, что над этим стоит подумать и о новых бизнес-моделях развития медиабизнеса, потому что даже люди старшего возраста перешли в соцсети и на интернет-сайты. Языки потребления информации. Значит, многие аналитики, которые давали интервью для качественного исследования, заметили, что исключительно перспективным для медиабизнеса является производство контента на казахском языке. И мы посмотрели, вы видите, все-таки рост намечается. Зеленые стрелки, видите, в прочтении русскоязычного контента. Здесь сегодня очень много говорили, почему, не буду повторяться. И просмотр новостей и аналитических программ. Это тоже тот дефицит, о котором говорили медиа-эксперты в ходе нашего экспертного опроса. И сегодня тоже, даже на предыдущей сессии. И вы видите, что по просмотру все-таки региональные медиа, они ближе оказались респондентам. У нас было опрошено 1500 человек по Казахстану. Это был face-to-face опрос. Поэтому, значит, надеемся, что более или менее достоверные данные получены. Устройство для просмотра телевидения и даже количество телевизоров увеличилось. Почему? Потому что мы теперь привыкли смотреть телевидение на смартфонах. Это очень удобно. И вопрос объективности освещения. Я вообще лично не признаю этот термин объективность. Для меня ближе термин прозрачность. Но, тем не менее, в исследованиях 2019 года мы употребляли объективность, поэтому здесь и мы задали такой вопрос. Считаете ли вы, что освещение новостей стало более объективным? Всем понятен этот вопрос, но ситуация неутешительная. Вы видите, что абсолютное большинство считает, что ничего не изменилось. Рейтинг казахстанского телевидения среди наших респондентов. Посмотрите, это, конечно же, КТК, это как бы ожидаемый рейтинг, он подтвердился, и он, в общем-то, совпадает с тем, что дают нам другие измерители. По провайдерам, как всегда, это Алма-ТВ, Отау-ТВ, Казтелеком. Но обратите внимание, что 35% опрошенных не знали, каким провайдером они пользуются. Но это вопрос уже медиаграмотности.
что любят смотреть наши респонденты, которые, надеюсь, отражают интересы? Конечно же, это сериалы, да? Сериалы и все остальное. Новости. Мы выделили новости местные в каждой стране: казахстанские, на центральных медиа и на региональных. Я выделила голубым цветом, как потребляются новости. Ну и видите зеленым цветом, что, в общем-то, у нас пользуется популярностью. Зарубежные телевидение тоже ожидаемые результаты. Вот, и процент, 30% самый высокий, как вы видите. Что же предпочитают в соцсетях? Конечно, это WhatsApp, самый популярный носитель информации. И мы знаем, например, что госорганы, например, исключительно по WhatsApp передают информацию. Вот, ну и YouTube и прочее. Далее. Вот, к проблемам о новых видах бизнес-моделях и к проблеме монетизации. Посмотрите, вот темным синим, а красными цветом выделены, сколько процентов наших респондентов могут платить за новости и как это отличается от того, сколько они могут платить за образовательные программы. Вы знаете, что мы перешли на дистант полный, и это не может не радовать, но с точки зрения развития новых моделей Paywall, да, это, наверное, в общем-то, передает более или менее точную картину благосостояния Казахстана. Источники информации, как мы говорили и видели, это соцсети, но насколько доверяют казахстанцы? Вы видите, там 9%. Вот этот фактор буквально поразил всех наших экспертов, и я думаю, что здесь возникают вопросы, связанные прежде всего с медиаграмотностью или с ее состоянием. Так, интерактивность наших медиа, как профессиональных, так и любительских с аудиторией. Здесь цифры неутешительны. То есть медиа сами по себе, а люди, которые смотрят, они очень редко обращаются непосредственно в медиа. Кто-то полагает, что это случилось после того, как законодательство усилило ответственность за комментарии. У нас были случаи, всем хорошо известны. Но я думаю, что все зависит и от привлекательности контента медиа. Поэтому здесь есть над чем подумать. Потому что именно интерактивность определяет успех медиа-бизнеса. Почему мы не доверяем социальным сетям? Здесь были заданы ряд вопросов. Я здесь оставила таблицу, которая дает сравнение с Таджикистаном и Казахстаном, и мы видим, что мы самые неверующие. Можно радоваться за состояние критического мышления в Казахстане. И моя второй раздел – это медиаграмотность. Оказалось, что не все даже наши эксперты, которых мы считали достаточно квалифицированными, хорошо разбираются в том, что такое медиаграмотность. Но, тем не менее, мы обращали внимание на вот эти навыки. И вы видите, везде мы видим прирост. И даже то, что в последние ничего из перечисленного не знаю, показывает уменьшение, что тоже плюс. На втором графике вы видите, как раз обращают ли люди, что в разных медиа одни и те же события освещаются по-разному. И по сравнению с 2019 годом мы тоже здесь видим прогресс. Это вот оранжевая черта дает показания за 2021 год. Медиаграмотность измеряется по 5 кластерам. Все они перечислены, не буду здесь утомлять. Но самый главный показатель – это интегральный индекс медиаграмотности. Мы тут пользуемся общеизвестной российской методикой. И вы видите, он вырос. И какие навыки медиаграмотности оказались наиболее высокими, перечислены в первом, где вот желтым выделено, и те, которые оказались чуть ниже, в синем. Вы видите, что график за 2021 год сместился вправо, что не может нас радовать. Далее, что сказали наши эксперты? Они нам помогли оценить ситуацию, прежде всего, в устойчивости Казахстана к дезинформации. Вы видите, по каким параметрам, и они оценивают достаточно высокий процент подверженности Казахстана вот этим явлением и абсолютное неумение проверять факты и так далее.
И на самом последнем месте это понимание алгоритмов социальных сетей. Это очень сложная тема, но поскольку мы опрашивали весь Казахстан, значит, здесь есть проблемы. Далее, у нас было 10 экспертов, хочу сказать и поблагодарить их за качественные ответы из самых разных областей, и топ-менеджмент, и IT, и аналитики, и, конечно же, прежде всего они обеспечены тем, чтобы журналистика все-таки следовала профессиональным стандартам. Вот первое высказывание. И второе, значит, финансовое состояние уже в эпоху кризиса, а это всеобщий кризис, не может складываться исключительно на доходах от рекламы. Это очень серьезное замечание. И на что еще обратили внимание, представители государственных органов тоже стали беспокоиться о своей репутации в социальных сетях, стали обращаться, они отмечают это как положительное явление. И мы сегодня услышали какие-то обещания, которые, наверное, стоит еще оценить. И сегодня вот особенно на последний очень много говорилось о качестве журналистских кадров. К сожалению, с того момента, когда говорила я об этом со сцены Курултая в 2008 году, произошли, конечно, какие-то вещи, но, очевидно, этого недостаточно. Зачем нам нужны такие исследования? Не буду останавливаться, я скажу, для нас они нужны потому, что мы выстраиваем свою стратегию на основании этих исследований. И самая главная проблема, что мы не всегда понимаем медиа как бизнес. Очень много проблем связано именно с этим. И дубляж сериалов турецких, корейских, увеличивает ли это казахоязычный контент? Эксперты против, я тоже. И далее, то, что делается на средства госзаказа, не привлекает потребителей, и он уходит на иностранный контент, а мы с вами теряем доходы. И вот, пожалуйста, вот тот рефрен, который звучал буквально на всех сессиях, конечно же, мы его поддержим. Речь идет о кардинальном изменении отношения государства к медиаиндустрии. И речь идет о неимоверном росте пропаганды, и вот все-таки производство контента на казахском языке достаточно перспективное направление. Тут речь идет об особенностях контента, которые предпочитают наши. Везде кавычки, это не мой текст. Вот. Какие жанры перспективны? Все хотели бы видеть министров в прямых дебатах, там, в прямом эфире, ну, чтобы посмотреть, кто на что способен. Это было бы интересно. Вот. Некоторые эксперты отмечают, что интерес к развлекательному контенту спадает, а возрастает интерес к темам, посвященным прозрачности медиабизнеса, например, тоже очень интересны. И, конечно же, криминальные новости. Некоторые эксперты сидят в этом зале, за что я им благодарна. Вот. И проблема в том, что мы говорим, народ все хавает, и, к сожалению, очень трудно заставить людей думать об этом тоже. Это очень большая проблема, это проблема обучения. Почему мы не доверяем государственным источникам информации? Ответ очевиден. И, конечно же, здесь такое предложение прозвучало. Пусть госзаказ идет на повышение медиаграмотности. Думаю, что стоит прислушаться к такому мнению. Так, почему у меня... Опа! Ну, понятно, понятно. Здесь речь идет о качестве высшего образования, достаточно много. Я, ну, почти 18 лет проработала в КИМЭПе и могу говорить об этом как бы из непосредственных впечатлений. Многие радуются, что медиаграмотность теперь вроде бы введена в школе. На самом деле она не введена. Несмотря на то, что мы подготовили учебник для 9-11 классов, министерство приняло закон о введении медиаграмотности для 8 класса. И мы им разработали такую программу, но она еще пока не утверждена. Но, с другой стороны, ничто не мешает нам самим проявить собственную инициативу. Например, в Бишкеке на второй международной конференции учительница из Сарканда заняла призовое место, потому что она по своей воле ввела медиаграмотность на своих уроках по русскому языку. Вот. Очень много замечаний к слабому владению новыми цифровыми методами производства контента. Вот. И расследовательская журналистика приветствуется. И, конечно же, главный игрок, все считают, что это всем очевидно, кто у нас главный игрок. И, конечно, проблема в том, что этот главный игрок использует все методы для того, чтобы диктовать условия на медиарынке.
Как повысить устойчивость общества к пропаганде? Ответ очевиден – свобода. Есть четыре фактора, которые используются в международных индексах медиаграмотности. Это свобода, уровень свободы слова – 45% влияния. Второе – это функциональная грамотность и обязательно читательская грамотность, которая в Казахстане, если кто знает, находится не на блестящем уровне. Третье – это доверие межличностное и в том числе доверие к медиа. И последний фактор – это электронное участие. Ну, только из этих четырех факторов в Казахстане благополучно обстоит дело только с четвертым. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, я отвечу на них. Гульнар, большое спасибо за лаконичную, но как бы очень важную информацию. Такой технический вопрос, где можно полное исследование посмотреть, потому что меня уже спрашивают коллеги. И второй вопрос. Мы не стали затрагивать страны Центральной Азии, но если говорить вот в целом, у Казахстана есть какая-то особенность вот по сравнению с другими странами? Чем, да, то есть, я чем хочу сказать, отличаемся? Да, спасибо за вопросы. Во-первых, исследования 2019 года, они висят на нашем сайте, прямо можете выйти на них, если интересно. Исследования 2021 года, скажу я вам честно, еще не финализированы. Мне пришлось кое-что сделать самой в прошлой ночи для того, чтобы в удобоваримой версии это преподнести материал. Уникальный, очень интересный. Мы обязательно сделаем публичную презентацию, объявим, и я думаю, что все участники «Медиа Курултая» получат доступ к этой информации. Как только мы получим, мы их выставим на своем сайте. И второй вопрос у нас был связан. Чем мы отличаемся? Казахстан? Ну, я не стала, в общем-то. Казахстан отличается по всем параметрам. Он показал очень высокие данные. Единственное, в чем отличается Казахстан от Узбекистана и Таджикистана, это в уровне доверия к средствам массовой информации. У нас самый больший процент, 40% в целом, когда мы берем доверие к средствам массовой информации. Это самый большой процент. А в Узбекистане и Таджикистане верят. И потом там верят, что в государственных медиа, что... Во-первых, можно доверять государственным медиа, и что уровень объективности больше. Вот два отличия, пожалуй. А по остальным параметрам, которые мы измеряли, есть значительный рост, он превышает. Некоторые связывают это с доступностью интернета, с цифровизацией экономики, которая отличается от этих двух стран, и с уровнем доходов казахстанцев. Потому что в Таджикистане, например, очень дорогой интернет, мы знаем. В Узбекистане тоже у нас проблемы, хотя Узбекистан молодцы, они идут очень хорошо по цифровизации, но все-таки есть проблемы. Пожалуйста, если есть вопросы, я отвечу. Да, пожалуйста. Можно задать вопрос? Да. А какое будущее у телевидения? Я думаю, что нишевое телевидение останется. Да, нишевое телевидение останется, думаю. Ну, вот у меня, например, даже дома нет телевизора, я вам честно скажу. То, что нужно, я посмотрю в сети. Да, пожалуйста. Да, Назира. Ну вот Асель спросила насчет Центральной Азии с медиарынок, да, или медиасфера. Но вы сказали про Таджикистан и Узбекистан, но не сказали про Кыргызстан. На мой взгляд, Кыргызстан намного уже впереди нас, потому что очень делаются классные расследования, которые влияют, там уходят скандалы, уходят в отставку министры, там еще кто-то, президенты там спасибо, уходят. Спасибо, Назира, да. Спасибо. И это связано, да, я уважаю Интерньюз за такие глубокие, очень классные исследования. Просто хотелось бы ваше мнение как эксперта, да, я сама в этом уверена, но я хочу ваше такое экспертное мнение услышать. Связано ли это, ну вот развитие всей медиасферы, журналистики именно со... Есть ли взаимосвязь между свободой слова? Я поняла, да. Спасибо. Дело в том, что я давно занимаюсь странами постсоветскими. Кыргызстан, уровень свободы слова самый высокий не только в регионе, а даже среди всех СНГ, во-вторых. И даже вот по уровню медиаграмотности, которой я занимаюсь, вот, ну, скажем, непосредственно с 2018 года, они начали заниматься, они являются лидерами в регионе. Третье. Почему мы охватили только три страны? Потому что, ну, мы занимаемся этими тремя странами. В Кыргызстане есть свои исследования.
исследования, они проводят самостоятельно. И я, например, еще они молодцы, они провели в 2019 году первую центральноазиатскую конференцию международную, и вот я недавно была на второй центральноазиатской конференции по медиаграмотности. Они молодцы, я преклоняюсь и уважаю, они сделали достаточно много, особенно в сфере школьного образования. Там государственные чиновники, министерства принимают в этом непосредственно участие. Более того, я вам скажу, даже в Узбекистане на уровне государства в Министерстве информации есть раздел, который занимается развитием медиаграмотности. Дело в том, что какая у нас проблема? Первое, у нас в стране нет национальной концепции медиаграмотности, поэтому понятия не случайно все в них путаются. Мы берем российские, но это не совсем правильно. Кстати, обратите внимание вот на те постеры. Это тоже наша продукция, постеры по медиаграмотности на двух языках. Мы их много принесли сюда, но нам не разрешили их вешать. Мы выпускаем учебные ресурсы, мы готовим людей, но должны действовать все стейкхолдеры. И в первую очередь государство должно быть заинтересовано в развитии медиаграмотности. А почему оно не заинтересовано, я думаю, что каждый в этом зале ответит свободно. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Большое.